В 2022 году в Одинцовском округе был выполнен капитальный ремонт 8 дорог, в том числе первый этап реконструкции эстакады в районе станции Отрадная. В конце сентября завершатся работы на улице Чистяковой. Сейчас выполняется благоустройство, идет монтаж шумозащитных экранов. О ключевых достижениях округа и регионов дорожной отрасли жителям Одинцова рассказал депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Владимир Жандаров. Встреча прошла в рамках подведения предварительных итогов проекта «Подмосковье. Территория перемен».